Всем привет, с вами Лиза и Ксюша. И сегодня мы решили снять челлендж «Сумасшедший бутерброд». У нас есть вот такие вот бумажечки, там написаны вкусные и невкусные ингредиенты. И все, что нам попадется, мы кладем на хлеб. И потом в конце мы это все сделаем в тостере. И съедим. Да. Постараемся, по крайней мере. И сейчас мы вам покажем наши ингредиенты. Сейчас мы поканаемся, кто первый будет тянуть отсюда бумажечку. С этого, с этого. Лиза первая тянет. И мне досталась сметана. Ксюша. Кетчуп. Покажи. Видно, да, у вас сметане и Ксюша кетчуп, и мы намажем по одной ложке. Ну, да. Сколько получится. Сметану. И мой хлеб. Я очень люблю белый хлеб со сметаной. Но кетчуп пока что это нормально. Мне так кажется. Мне интересно, как мы мажем, вы можете перемотать. Ну все, я намазала ровно одну ложку. Мы договорились всего брать по одной ложке. У меня получилось вот так. Все, сметану мы откладываем. И кетчуп я тоже намазала. Вот. И кетчуп мы тоже убираем. И дальше я тяну. Мне достался плавленый сыр с ветчиной. Он у нас выглядит вот так вот, фирмы Витаку. Давай я положу его к себе сыр. И как раз тут остался один сырок. Итак, мне попались макароны. Холодные макароны. Макароны у нас холодные. Да. Я не сложу в баночки. Вот, у меня уже бутерброд со сметаной и сыром. Мы будем это брать руками. Вот, Ксюша берет макароны холодные. Это, мне кажется, мерзко. 4 штучки. Да. Вот, у Ксюши получается вот так вот. И у меня вот так вот. Все, продолжаем. Мы откладываем сыр и макароны и продолжаем тянуть. Мне попалось яйцо. Вот у нас яичко нарезанное. Мне попался майонез. На макароны еще майонез намажешь? Видимо, да. Где он? Мы как раз таки майонез. Вот. А. Нет. Не, ничего не надо. Не буду. И чем это? Можно ложечку лучше возьмите. Все, вот у меня получилось уже с яйцом бутерброд. И мы это откроем. Я надеялась, что мне повезет. У нас уже по 3 ингредиента. Да, да, по 3. Как это вообще масло для макароны? И потом мы это еще запечем в тостернице и съедим. Да? Мне кажется, у меня пока что нормально. У меня получился кетчуп. Ладно, я продолжу тянуть пока. И горчица. Это самый ненавистный мой, наверное, целый ингредиент. Русская горчица. А у меня теперь остался только соевый соус. И как я это намажу сюда? Знаешь, Маша. Итак, вот что у меня получилось. Все, я намазала. Я не буду размазывать, я такие штучки оставлю. Горчицу я тоже убираю. Плавленый сыр, только сливочный. Да, вот он тоже вот такой. Вот, смотрите, как он у меня получился вместе с горчицей. И Ксюша
кладет свой сырок. Как он здесь легко открывается? Так, все, я даже сама. Один ягод. Да, это у нас уже получилось по 4 ингредиента, я беру 5. У нас должно получиться в целом по 8. Угу. Я уже увидела, что мне попалось. Маленькая противная бумажечка и смесь просто адская. Давай быстрее, тебя все ждут. А мне мой 5-й ингредиент – это йогурт. Он у нас с персиком. Просто отлично, я считаю. Что ж, побежи. Вот йогурт. Я возьму, схожу для него ложечку. Да, а мы пока что поставим. Вот. Хорошо. Вот так, продолжим тянуть. Я взяла вилочку, потому что ложек у нас уже маленький, чистый. Итак, мне попался хлеб. Это тот, который... Второй. Я его пока что не буду класть, но просто приготовлю, чтобы потом положить сверху. Я беру вот йогурт, лежать рядом. Йогурт помешаю немножко. У меня горчица, йогурт, яйцо и сметана. Я надеюсь, что я не отправлюсь от этого всего. У нас еще творог. Представьте. Кетчуп, майонез, сыр, творог. Отлично. Ладно. Йогурт мы отставляем в сторонку. Сейчас, подожди, я тяну еще. А ты? И сейчас покажу вам свой тоже бутерброд уже с йогуртом. А у меня как осталось? Подожди, сейчас. Надо. Соевый соус, кадр попал, да. Все, и я тяну еще разочек. И мне достается хлопья. Вот это у нас вот такие вот круглые зернышки. Я их насыпаю. Уже тянет 6-й ингредиент. Что, ничего не видно. Здесь какая-то штука пойдется вниз. Творог. А, творог. Творог, творог. И творог у нас вот такой вот. Нежненькая паприка. Так, давай. Творог. Всего все вкусно. Пока что более-менее. Так. Тоже ложечку дать? Ну, да. Какой чем? Вот возьми из-под йогурта. Вот столько творога. И вот это тоже собери. Все, и оставшийся творог мы убираем. Он нам больше не понадобится. И нам осталось с Ксюшей взять еще по 2 ингредиента и запечь. Ну, если Ксюше попадется третий хлеб, а мне попадется всего лишь, тот, который я взяла в самом начале, то я запекать свой бутерброд не буду. Да, кстати, вот как выглядит мой бутерброд. Это Ксюша. И вот мой с хлопушками. И мы продолжаем тянуть 7-й ингредиент. У нас как раз 4 штучки осталось. Это осталась колбаса, хлеб, плов. И мне достается соевый соус. Отлично, с йогуртом со всем этим. Дальше. Класс. Посмотрите на мой бутерброд. Разве это не чудо? Погружайте. Да, это с этими. Сейчас мы... Я схожу за ножичком и попрямую. Да-да. Я пока тяну ингредиент свой. Оп. Оп, шкафчик.
Отлично. И я вытягиваю свой последний восьмой ингредиент. Я отрежу колечко. Это хлеб. Все, то есть вот у меня 8 ингредиентов. Что у тебя? Хлеб. А мне часто плов. Нормально, если бы не творог, было бы все нормально. Поздравляю, я сейчас зачитываю свои ингредиенты. Это, ну, основной хлеб. Это сметана, соевый соус, яйцо, вот, плавленый сыр с ветчиной, йогурт, хлопья и горчица. Просто прекрасно. Так, ну, мне уже нечего гадать, но я все равно вытяну. У меня это плов. Тоже ложечку, да? Так, вот у нас пустой пакетик. А плов, плов у нас тоже холодный. Да, мы с ним еще не сказали. Сейчас можно тебе тоже? Мне нужно туда поднести тарелочку. Угу. Так. Смотрите, наш плов. Обыкновенный. И он у нас холодный. Я такую ложечку. Больше? Да. Такая ложка, зачерпываю. Ну, можно с мясом. Мясо. Оно холодное, холодное. Интересно. Сейчас станет нормальным. Короче, я все из вместе. Собирай вот этот час, да. Да ты собери. Хлеб, бутерброды. И сейчас мы идем, чтобы включить тостерницу нашу. И запечь бутерброды, а потом съесть. У нас я включаю вилку в розетку. И сейчас, через некоторое время, когда уже нагреется, она, мы поставим тогда наши бутербродики. Ой, у нас этих штук нет. Закрой пока. Сейчас я оставлю эти штучки. Ну ничего страшного, я уже так делала. Так что... Ладно, сначала на низ все поставлю. Ну пока что не заделается. Бутерброд у меня более тонкий. И Ксюша сейчас смотрим. Давай полностью. Все, наши бутерброды делаются. А пока мы заварим чай. Варится уже готово. Сейчас мы их откроем. Ты рукой что ли спалась? Нет, я попробую. Вот эти самые штучки. И вот я сначала сложу. Они у нас вроде пахнут зажаристо. Но я не знаю, как там чувствует себя мой йогурт. Мой йогурт, мой кофе, твои макароны, кофе. Вот. Все было хорошо, в принципе, если бы не творог. Вот так, если бы крабрёха, так что кремика. Мой видео. Сейчас мы еще нужно было запить в экстренном случае. Положим его в чашку. И размешиваем и приступаем, собственно, к нашим бутербродам. Собственно, вот это вот произведение наше есть. Горчица. Я пока что еще ничего не нашла. Ужас.
Я чувствую горчицу. У меня все хорошо. Ой, это ужас. Я еще не дошла до творога. Ой-ой-ой. Проваливается там все. Надо быстро перевернуть. Оп. Пробуйте тоже сделать такие бутерброды. Мы напишем вам в комментариях рецепт. Нет, вы можете также подумать сами, но мы где-то добавляем то, что у нас будет. Мне нравится. А мне нет. У меня одна горчица. Горячий йогурт. В принципе, все у меня нормально. Только творог там помешал. Я сейчас хочу его открыть. Смотри, хлопья скукожились. И все пропиталось йогуртом. И плавленый сыр тоже весь. Да. Это выглядит вот так вот. Нормально. Горячий творог и горячий йогурт, это, конечно, просто супер. А что это такое? А, это мясо пола. Угу. У меня во рту все горит. Угу. Когда снимают такое видео, например, сумасшедшая пицца или тот же сумасшедший бутерброд, ну или что-нибудь сумасшедшее, просто кусают и пробуют. И говорят, что это невкусно. Но у нас, даже несмотря на то, что там горчица с йогуртом и с плавленым сыром ветчиной, это ужасно невкусно, поверьте мне на слово. Мы съели почти полностью. Я даже сейчас это доем. Мы герои. Фу. Съели каждый по своему ужасному и невкусному сумасшедшему бутерброду полностью. Поставьте нам за это лайки. И если вам понравилось это видео тоже, пишите в комментариях, подпишитесь на наш канал, пишите в комментариях, что бы вы хотели нам еще такого сумасшедшего съесть посоветовать, так что мы уже попробовали хоть что-то в этом роде. Пишите в комментариях, если вам что-то непонятно, если вы хотите подробно увидеть все наши ингредиенты, которые мы клали в свои бутерброды. И также, просто ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. С вами были Лиза и Ксюша. Пока-пока. Пока.